Свидетели Победы сегодня встречали и в Краснодарском президентском кадетском училище. В гости к воспитанникам пришли и те, кто освобождал Кубань от фашистов, пережил блокаду Ленинграда и штурмовал Берлин. Вместе с героями войны кадеты изучили современное оружие и находки поискового отряда, личные вещи советских и немецких солдат. После экскурсии воспитанники училища торжественным маршем пронесли знамя своего учебного учреждения и продемонстрировали ветеранам навыки построения. Далее ветеранов проводили в концертный зал, где состоялся концерт. Никогда мы не забудем жизни наших прадедов и дедов, которые отданы за нашу независимость и свободу. Сегодня мы собрались для того, чтобы почтить их память, для того, чтобы показать, что их дело не умерло, что их дело живет и здравствует. С праздником, дорогие товарищи! В свою очередь полицейские показали участникам встречи вооружение ОМОНа, патрульный электромобиль, вездеход и машину отряда разминирования. Свою новую технику представили и городские пожарные.